Привет, друзья! Сегодня я покажу вам еще один новый, очень классный рецепт салата, который понравится всем на праздничном столе. Он неординарный, не похож на все остальные, но при этом очень вкусный. Его готовить буду из редьки, дайкон, ее почистила и натираю на терку по-корейски. У меня вышло 200 грамм этой уже почищенной редиски. Если она у вас быстро выделяет влагу, промокните ее бумажным полотенцем. Далее 2 куриных яйца отправляю в посудину. Их нужно будет посолить и слегка подбить вилочкой для того, чтобы объединилась эта масса. Из этой яичной массы нам нужно будет пожарить 2 либо 3 тоненьких блинчика. Как у вас сколько получится, столько и получится. Я их делю пополам, затем скручиваю вот такой вот рулетик и нарезаю на тоненькие полосочки, как такая лапшичка яичная. Затем нам понадобится луковица, которую режем полукольцами. И затем к этим колечкам добавляем муку. Хорошенечко перемешиваем, чтобы практически вся мука прилипла к луку. И отправляем жариться где-то минут на 10 на маленьком огне до красивого золотистого цвета. Будет очень такой вкус именно сладковатого лука и муки поджаренной. Это очень вкусно в салате. Из мяса у меня здесь смесь курицы и копченой грудинки. Добавляем их к дайкону и также добавляем сюда наши яичные рулетики вот эти. Добавляю немножечко зелени. Конечно же, этот золотистый лук, именно он придает такой очень интересный вкус этому салату. Его как лука вообще не чувствуется, но именно вкус получается непревзойденный. Добавляю немного майонеза, слегка еще посолить, перемешать и отправляйте к столу. Это очень вкусно, пробуйте, не пожалеете. С вами, как всегда, был Кекс. Друзья, до новых встреч, пока-пока!